Продолжаем выпуск. Подстанция 500 кВт Даткайкемин эксплуатируется в полном объеме, поддерживая все виды напряжения. На сегодня на двух подстанциях работают около 40 сотрудников. Также специальные бригады контролируют линию электропередачи Даткайкемин. Тем продолжит Тиана Мамекова. На сегодняшний день по линии 500 кВт на подстанцию Кемин проходит около 200 мегаватт электроэнергии в сутки. Этого пока достаточно, чтобы обеспечить север страны, говорят энергетики. Зимой поток увеличится. На подстанции Кемин расположены три открытых распределительных устройства – 500 кВт, 220 и 35. А посредством воздушных линий в 220 кВт электроэнергия идет в Чуйскую, Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Мы можем видеть здесь, какие в работе красным цветом и какие в ремонте. Это сердце подстанции Кемин. Сидящий здесь оператор видит, в каком количестве идет электроэнергия, какая линия вышла из строя. В общем, все на экране. И здесь же электроэнергия распределяется. Надежно с электроэнергией уровень повысился. Если линия Токтогул Фрунзенский будет в ремонте, мы можем Даткайкеминам электроэнергию передавать Чуйской области, Нарынской области и Сыкульской области. Что же касается подстанции Датка в Джалалабадской области, то на сегодняшний день она эксплуатируется в полном объеме, поддерживая все виды напряжения. Также на сегодня Кыргызстан перестал осуществлять выплаты за транзит электроэнергии Казахстану. Мы официально известили наших казахстанских коллег о том, что мы ввели эту линию Даткайкемин. С этого дня мы прекращаем компенсацию электроэнергии по сетям Казахстана. Это наши сообщения, они приняли. Однако, как отмечает руководство НЭСК, Кыргызстан даже с введением высоковольтной линии 500 кВт Даткайкемин не намерен выходить из объединенной энергосистемы Центральной Азии, так как выход из нее экономически не выгоден ни одной стране. Диана Мамекова, Эсентура Быкеев, Общественный, Первый канал.